Всем привет, дорогие друзья, с вами Лёха, мы продолжаем проходить Dark Souls 2. Сегодняшней серии, не знаю, пойдем, наверное, в новую локацию, я так думаю. Вот, нам, в принципе, идти-то некуда больше, разве что спрыгнуть туда вниз, в принципе, можно. Это единственный вариант. Вот, ну, наверное, пока не будем, пойдемте, наверное. Сходим там к этому гнезду. Не-не-не-не. Не надо, нет. Так, отдыхаю у костра, это нам надо. Кстати, вот тут надо посмотреть, еще будет до конца локацию. Ну, это успеем. Это мы успеем. Так, давайте. Спускайся, родненький, давай. Так, не будем эту всю шваль убивать, она нафиг нам, в принципе, не нужна. Да идите нахер. Тоже идите нахер. Сука, лучник попал, нихера он какой шустрый. Осматривай! Наконец-то, фу, блин, чуть не убили меня. Вот, все. Взял нас орель. Сейчас нас в новую локацию увезет. Ух, давай. Оп, два сундучка сразу, ёлки, круто. Делаем костер, зажигаем. Так, надеюсь, это не мимики. Человеческая фигурка, это отлично. Это очень отлично. Так, тут что у нас? Тусклый уголь. Это что у нас? Ключ какой-то, да? Так, это у нас ключик. Информация. Уголь, источающий тусклый свет. Это пламя почти погасло, но все еще демонстрирует удивительную живучесть. Может быть, это его обычное состояние. Хер его знает. Ладно, погнали, что тут. Здорово. Так, там что? Штичок. Чистый самоцвет жизни, большой осколок титанита. Это круто. Это very nice. Здорово, блядь. А хули я-то взорвался, блядь, ребят? Я ж сам обкекался так-то, малек. Так, ну ты туда, ну-ка, откроешься? Конечно. Так, за подлянки нету никакой. Вот нету. Не мимик. Вроде нет. Это кто, блядь? Сзади, блядь! А ты какого хуя тут забыл опять-то? Я он злой какой, блядь. Слушай, родники, это не прихуевали часом? Как ты там вообще взялся-то, блин?
Вот этот поворот. Я ж тебя убивал уже. Нафиг ты мне еще один не нужен-то? Я надеюсь, он просто одноразовый, там какой-то типа призрак. Хера, вот этот поворот, блин. Реально, этот поворот. Чё, нашло, что ли? Короче, когда сундук открываю, он появляется. Так, бежи, беги, 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 беги. Нахер его, блядь. Сосать у шлепок. Так, мы колечко взяли, по-моему, да? Какое-то. Павшие враги приносят больше души. Это, в принципе, неплохо. Так, стой. Это что у нас он дает? Так, подожди. Я убрал... А, ну нафиг мне нужно это колечко-то. Отлично. Че, ты там еще сидишь? А, он все пропал. Хе-хе. Все, я не буду с ним драться, потому что хватит мне мучений. Дратуйте. Дратуйте, ну чё. Кстати. Бэкстеп не получился. Тут нормально, тут пусто все пока. Так, чё, падать не стоит лучше. Ага. Вот эти. What is it? I don't know you, and you don't know me. Things are better that way. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatil. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the rumors did not prepare me. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people, while you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. Хорошо бы узнать. Понятно. Чё здесь? Старинный ключ. Ага. Ага. Чё за ключик? Старый ключ, который, тем не менее, еще в хорошем состоянии и должен работать. Вот только какой замок он открывает. Сейчас разберемся. Так, ага, тут нычечка есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так вот. Я рад, ты дурак.
женой. Слышь ты, урод. Чмо. Отдыхать, так ладно, тогда мы пойдем маленечко попозже. Так, тут что у нас? Тут у нас обвал. Нам это? Так, тут что у нас? Ништячок. Золотая смола. Да, подожди, Так, дверька какая-то. Ладно. Бэкстеп давай. Ебать, придурок. А, ребят. Всё. Заперто. Я, конечно, знаю, ребят, для чего эта бочка нужна была, которой он стоял. Надо дырочку сделать в стенке. Очень даже правдоподобно. Так, ну давайте, короче, пойдем сюда, что ли. Вот сюда вот. Ведь бывало. Так, подожди, это чмо получается или чё он? А есть мы еще такие веточки? Там и путь так-то был. Ароматная ветвь былого. Так, это ароматная, не то. Одна была всего лишь, ладно. Ох, ебать вас там, ребят, вы чё? Шлем. Так, а все, у нас больше хилок-то нету. В принципе, то. Так, тише, полегче, не падай слишком. Слишком сильно. Так, ага, это я понял. Че у нас? Давайте посмотрим первый этаж лучше. Так. Ебать, вы чё? Вот долбоёб, блядь. Здорово. Куда пошёл,
блять, это, ребят, босс. Это, ребят, очередной босс. Путь куда-то вниз. Чё, открыть можно? Не поддается. Тоже не поддается. Чистый самоцвет жизни. Так, это хорошо. Так, тоже не поддается. Тоже не поддается. Тоже не поддается. Все заперто. Так, давайте посмотрим нижний этаж тогда. Так, спускайся. Вот это подстава. Блин. Так, душа гордого рыцаря, человеческая фигурка. Так, давайте, наверное, порошочек используем для починки, потому что, блин, он сейчас сломается. Меч, а на босса, наверное, не хватит его. Так, отлично. Красивый череп. Чё за красивый череп? А, по-моему, читали мы уже. Это уже было. Так, это мы. Ага. И вон она, чё у нас. Ну что, ребят, давайте. Пожелайте мне удачи, босс. Нихуя ты сразу, ты чё, ёбнулся что ли, блядь? Прыгать будешь? Прыгай. Ой-ой-ой, тише. Смотри, он раздухарился как, а? Да нахуя ты его так бьешь-то? Так, первый сдох. Отлично. Двое активизировались, да? Это херово. Это, ребят, очень херово. У меня тоже щиты есть, ребят. Не забывайте. Ебать! Так, щиты они повыкидывали, это найс.
Так, прыжки у них тоже надо отворачиваться, они просто люто дикие. Так, нормально, нормально, пока не торопимся. Так, тише, 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 ребят. Полегче. Блять. Тише, 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 ребята, полегче. Так, тише, 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 тише. Блять! Блять, ребят, хилок нету. Так, надо вот этого заебашить, ребят. Заебошим его, будет все в чики-пуки. Ребят, без хилки играем, ребят, без хилки. Так, тише, тише, тише. Не торопимся, не торопимся. Спешить некуда. Так, тише, 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 родники. Да! О, ребят, это было просто пот. Это был просто лютый пот, ребят. Ребят. Ребят, я просто в шоке. Ребят, это такой пот был, понимаете? Это просто... Просто не объяснить словами, какой это был лютый пот, ребят. У меня же геймпад весь, ребят, мокрый, понимаете, у меня так руки спотели, как я их потел, ребят, понимаете, я, блядь, я без аптечек практически вытаскивал их, понимаете, ребят, это ж пиздец. Ну, ребят, вот такая тактика, короче, чтобы в стриме сразу не возиться, ребят, вывалите вот сразу вот на выходе первого там вот, и потом с дыми уже, конечно, легче будет, но, ребят, это лютый пот, ребят, это просто пиздец. Это просто не объяснить. Словами, какой-то пот. Так, ребят, есть чем-то на жизни прибавляет? Так, не могу снять заряды заклинания. Могу сказать, выносливость. Сопротивление к отравлению. Только вот... Старый учится самоцвет жизни. Жизньки нужны. Позарез. Так, ребят, кошак при мне прилез. Так. Тут кто-то ходит. Тут кто-то ходит. Так, там ништячок. Так, тут что у нас? Тут, ага. Так, это допрыгнуть, да, наверное, можно? Давайте попробуем. Так, давай. Что здесь у нас? Косточка возвращения. Ай, блять, не допрыгнул. Давайте еще раз побежали, та чё.
Так, тут ничего. Так, наш сюда нам идти надо. Так. Еще душа безымянного солдата. Ты что, ебанутый, блядь? Бонфайр, 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 блядь. Бонфайр. Все, ребят, отправляемся в Маджулу. У нас до хера душ, отправляемся в Маджулу. 43 тысячи душ, ребят, это ж пиздец. Ребят. 43, сука, тысяч душ. Так. Не, смотри, ребят, ништячок какой-то валяется. А чего не взял? Душа без меня солдат, самоцвет жизни. О, самоцвет жизни, это круто. Так, кузнец. Мне надо... Нет, починить нет, не надо. Усилить оружие. Вот, что надо усилить. Да. Так, большой. У тебя есть большие осколки титанита? Стрел купить. Ну, давайте обычных возьмем. Штук возьмем. Так, ага. У тебя осколок титанита просто. Все, так, спасибо. Да, два мне нового уровня. Так, новые уровни, ребят. Так, что мы качаем в первую очередь? Качаем стойкость. Жизнь качаем. Качаем физуху. Качаем, наверное, ловкость. И вот эту. Адаптация, да, это у нас получается. У нас фляги нету, да? Нету. Так, подождите. Давайте там адаптацию еще поднимем маленечко так. Шаг бурдоволит, сколько ты дашь? 2000. Еще одну поиск. Да. Ну, уровень. Так, отлично, хватает. Давайте еще адаптацию поднимем. Все. Найс. Найс. Так. Что, ребят, давайте на этом закончим. Мы победили босса. Это было круто просто, ребят. Понимаете, я убил. Так, по мне, это был вот за вот прошлых два босса. Это был самый сложный, ребят, да. Первый, последний гигант был вообще, блин, изичный, ребят. Это я не знаю. Второй уже был посложнее. Но не сказать, что он был сложный. И то там я, в принципе... Помер по своей глупости, поторопился, вот. А вот третий босс, точнее боссы, получается, ну я буду звать босс, был реально был потный босс. Вот, ну а с вами был Лёха, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте мои видео. До скорого!